Лера Кудрявцева долго не публиковала фотографии с внуком, хотя и заявляла, что не стесняется статуса бабушки. На днях же она показала несколько совместных снимков с малышом, признавшись, что обожает с ним нянчиться. 2 года назад в жизни Леры Кудрявцевой произошло сразу несколько знаменательных событий. Сначала она стала бабушкой, а потом мамой. И если фотографии дочери Маши периодически появляются в социальных сетях звезды, то о внуке она практически не рассказывает. Но сегодня Лера неожиданно опубликовала несколько снимков с маленьким львом, сделанных в бассейне. Напомним, что Лера рано стала мамой. Сын Жан появился на свет, когда ей было 19. Отцом молодого человека является барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Несмотря на творческие профессии родителей, Жан решил не связывать жизнь с шоу-бизнесом. Наследник звезды не любит общаться с журналистами, поэтому Кудрявцева старается реже упоминать о нем в прессе. Ранее Лера признавалась, что у сына талант в области математики и предпринимательского дела. Жан уже давно живет отдельно, а несколько лет назад у него появилась гражданская супруга. С мамой и ее мужем Игорем Макаровым молодой человек поддерживает хорошие отношения. Родные часто вместе проводят праздники и путешествуют. К слову, супруг Кудрявцевой всего на 3 года старше ее сына. Но Леру разница в возрасте с избранником никогда не смущала. Лера долго мечтала родить ребенка от Макарова, но несколько лет все попытки оборачивались неудачами. В итоге, когда долгожданная беременность наступила, телеведущая сократила рабочую активность и перестала комментировать личную жизнь. Позднее она признавалась, что боялась сглазить свое счастье. Теперь же Кудрявцева наслаждается не только материнством, но и статусом бабушки.